и уже я здесь учусь. Я уже закончила университет, но я уже здесь живу, это мой 5-й год. 4.5 года я уже живу в Америке. Я живу в Калифорнии, в Orange County, и здесь очень красиво, я очень сильно здесь люблю жить. И да, вот это моя маленькая история вкратце. Конечно, в моей истории есть очень много, куча всего интересного, но просто вкратце рассказать о себе.